Всем привет! Сейчас сделаем обзорчик пилы Enkel TC-SM2131 Dual. Я уже ей пользуюсь год. Как видно, еще целая, не развалилась. Потому посмотрим ближе ее плюсы и минусы, на что стоит обратить внимание. Значит, в принципе, пила за свои деньги неплохая. Есть плюсы, есть минусы. Значит, углы. Надо, конечно, тут немать четкой фиксации, надо смотреть, точно выставлять. Тогда уже зажимать. Шкала не наклеена. Это уже хорошо. То есть она выплавлена рисочками. То есть нема четкого зажима. Надо лучше подставлять и выставлять, фиксировать идеально. Протяжка 32 сантиметра нарисована. Вообще где-то идет 30. Есть в этом минус. Пилит нормально, но когда доходит, начинаешь пилять отсюда, диск цепляет по фиксирующей балке нижней и точит ее. То есть то ли мне так попался брак, то ли оно идет на всех, не знаю. Если получится, можно будет глянуть. Вот здесь видно уже пропилы от диска и шли. То есть это уже плохо. То есть уже это идет недоработка этой пилы. Но так как я редко пиляю такой ширины детали, то есть мне это особой помехи нету. Ну, эту мелочь можно исправить другим способом, который есть в пиле. Очень полезный. Есть такой фиксатор глубины, которым можно зафиксировать глубину пропила, чтобы он не доставал. Но также это можно выставить и любую другую глубину пропила, которую вам нужно. Можно на всю глубину можно выставлять пропил такой высоты, если вам надо что-то снять, а фрезера нету под рукой. То есть тоже как бы очень хороший плюс в этом есть. Я видел, не во всех пилах такая фиксация встречается. За год пользования стандартным диском, в принципе, диск пиляет нормально. Проблем особо нет. Видите, еще оригинальный диск Enkel стоит. То есть пропил остается чистым. Диск думал поменять, но так как он работает нормально, пиляет нормально, пока не вижу смысла. Потому так и остаемся. Лазер. За него особо сейчас не расскажу. У меня выскочила заготовка, его разбил. Он у меня сейчас не работает. Ну и до этого, в принципе, точности лазера не было. По заготовке он мне не показывал ни на ту сторону, ни на ту толком. Я пытался его выровнять, у меня так и не получилось. Может, мне так повезло, может, у меня не получилось его просто выставить. Но факт с лазером остается, точности в нем не было. И сейчас в новых пилах идет два лазера, показывающие с той стороны пропила и с той стороны. Здесь был всего лишь один. И его попытаться выставить на какую-то определенную сторону было очень неудобно. Так, такие дополнительные мелочи, как зажим заготовки. Тоже, если маленькая заготовочка, зажать, чтобы не держать рукой, очень полезная вещь. То есть глубина, высота выставляется легко. Высота пропила 80 мм, если не ошибаюсь. Но этого вполне достаточно, все-таки это торцевая пила. Зачем здесь больше? Механизм. Плавный хода. Смотрим. Простоял он у меня год в гараже. Сыро здесь есть. За год ничего не поржавело, не взялось ржавчиной. То есть это уже хорошо. Я не смазывал, не обрабатывал ничем. Как было в стандартной комплектовании собрано, так оно у меня и осталось. Мешок пылеудаления. Ну, в принципе, от него толку много нету, но в него все-таки пыль забивается. Но все равно с ним, хоть без него, опилки разлетаются во все стороны. То есть, в любом случае, лучше, конечно, есть, когда штатное пылеудаление с пылесосом, чтобы все вытягивало. Понятно,
От этого никто не защищен, что опилки не будут разлетаться везде. В наборе идут удлинительные штанги для более длинных заготовок и микровность. Как видим, стоят они точно, зазоров нету. Но это уже хорошо, не надо подгонять или убирать их вообще и доделывать дальше. Конечно, кому пилять длинные заготовки, лучше сразу сделать приспособление из дерева и утопить эту пилу, чтобы уже было сразу хорошо и удобно пилять. Так, есть наклон пилы на 45 градусов, что в ту сторону, что в ту. Тоже удобно. То есть штучка, которая фиксирует наклон, какую вам надо сторону, она фиксируется, чтобы наклонять в одну определенную сторону. Ну, убирая ее, можно наклонять и в ту, и в другую сторону. Поставили. И зажим задний. То есть тоже удобно. Ну, как говорится, куда ж без этой функции на пиле. Также в комплекте есть два ограничителя высоты, то есть добавка до высоты. Но я ими никогда не пользовался, то есть в принципе мне всегда хватало этой высоты. Ну, по крайней мере, оно есть. То есть кому надо притулить деталь побольше, чтобы было лучше, то есть тоже функция нужная. Фиксация сделана правильно, то есть сюда можно сдвигать как угодно, сверху шестигранником это все фиксируется, но и даже до этой стороны упор, хотя бы эту мелочь даже сделаем, но все равно диск не цепляет, это уже вот в этом и то не накосячили. Но в принципе это кому нужно, кому не нужно, я так и не пользуюсь, мне не пригодилось ни разу. На разных пилках ручки и острел расположены по-разному. Где так, ну не знаю, почему-то я пробовал, мне было неудобно пилять прямо. Мне все время было удобнее пилять руку держа горизонтально. Ну, это все на любителя, то есть это мелочи, не сильно влияющие на работу. Ну, что у нас еще есть? Ну, элементарные вещи. Ручка для переноса, зафиксировали сбоку, прикрутили штангу, чтобы не ходила, и ручка для переноса пилы. Тоже вроде мелочь, а приятно для удобства. Ну что можно сказать по пиле? В принципе, за ее-то небольшие деньги пила хорошая, пиляет, то есть даже стандартный диск, и тот пиляет хорошо, хотя уже прошло ему год. Ну, посмотрим, как он будет пилять дальше. Думаю, все равно все не вечно. Потом поменяем его на какой-нибудь получше, другой. Лазер, конечно, с лазером, да, есть проблемы. Лазер надо смотреть. Может, мне попался такой бракованный, плохо показывал. Может, он сам такой есть. Ну, сейчас я за это не переживаю, так как он у меня все равно поломанный. И всегда я все равно меряю рулеткой для точности. Система пылеудаления в принципе работает, но как видим, опилки как разлетались, так и разлетаются. Да, конечно, сюда собирается, но это смысла особо нету. Все равно все надо потом убирать и пылесосить. Если нету пылесоса, если есть пылесос, уже будет, конечно, проще. Сразу подключил патрубок и забыл. Система фиксации высоты очень хороший плюс. Много работ, которых надо было сделать, она очень в этом помогала. Ну, там в моих прошлых роликах было видно, с помощью нее делал много интересных работ. Кому будет интересно, ссылки оставлю в описании на эти работы. Фиксация заготовки. Ну, простая вроде, но тоже бывает необходимая вещь. Не хочется всегда держать рукой. Лучше безопасно, но не поднося руки. Защита диска крепенькая. Ну, по крайней мере, она есть. Лучше хоть какая-то, чем никакая. Безопасность хоть и слабенькая, но все равно должна быть. Пила, в принципе, вот прослужила, пока сбоев никаких нету, все работает нормально. Да, вот этот, конечно, минус с тем, что цепляет эту балку,
Мне это не нравится, оно меня раздражает, потому что когда забываешь выставить высоту фиксации, чтобы не доставало, и начинаются вот эти искры, оно раздражает, очень раздражает, потому вот этот минус есть. Ну, если пилять сразу, то есть до середины, не доставая до конца, да, оно в принципе никто ее не заметит. То есть, если никому не надо распускать такие длинные заготовки, то есть до 20, как говорится, то нормально, то есть этого минуса нету. Ну, может, это у меня какой-то изгиб попался по корпусу, не знаю, я нюансов не знал, потому проверить не мог тогда, когда покупал. Ну, на дальнейшем можете обратить на это внимание. При полном опускании диска, достает ли диск до нижней планки. А так, в принципе, пилой я доволен, работает, свои функции выполняет. А что для меня? Для меня это самое главное. То есть, в принципе, кому понравилось, пишите, обсуждаем эту тему. У кого есть пила, пишите свои плюсы и минусы, чтобы знать, может, у кого-то что-то еще с ней не так, или наоборот, этих минусов нету ни у кого. То есть, может, и мне так повезло. Ну, в принципе, что могу сказать? Пока!